Сейчас так много хочется сказать. Какая восхитительная пара! Вы как бы умеете друг друга понимать, от жизни каждый миг беря в подарок. Вы в жизни все делили пополам, заботой друг друга согревая, и никогда работа и дела не омрачали маленького рая. Золотая свадьба – уникальное событие в каждой семье. И особенно приятно, когда супругов с 50-летним семейным стажем в торжественной обстановке поощряют областной наградой. Мы вручаем знаки отличия Свердловской области «Совет и любовь» 5 достойнейшим семьям города Полевского. Это супруги, которые прожили в совместном браке более 50 лет и воспитали достойных детей. Также сегодня мы вручаем медали Свердловской области «Материнская доблесть» тоже двум нашим многодетным мамам. С 2012 года знаки отличия «Совет да любовь» получили 1040 полевских семей, а медаль «Материнская доблесть» – 110 полевчанок. В том числе двум многодетным мамам вручена медаль второй степени. Мы рады оказать помощь в проведении такого замечательного мероприятия и почествовать супругов, которые прожили в браке 50 лет, при вручении им знака Свердловской области «Совета любовь». Готовы, рады всегда организовать для них концерт и поприветствовать их от всей души. Знак отличия «Совет да любовь» вызывает большой интерес у людей преклонного возраста. Этим знаком государство поощряет за создание крепкой семьи, в которой воспитаны дети. Виновники сегодняшнего торжества – Анатолий Вениаминович и Галина Никифоровна Петуховы – познакомились более 50 лет назад на дне рождения общих друзей. С тех пор никогда не расстаются. С нами они поделились секретами семейного счастья. Уважать друг друга, слушать мнение. Ну, любить, конечно. На церемонию награждения семьи Петуховых пришли родственники – дочь Светлана, внучки Анна и Серафима. Поздравить бабушку с дедушкой пришли, да, моих родителей с золотой свадьбой. Это не в каждой семье такое огромное событие, вот такое радостное. В семье Петуховых есть и свои традиции. Мы каждый год в Рождество ездим поздравлять обязательно бабушку с дедушкой и готовим им концерт. Я желаю им также дальше жить и здоровья им, любви, чтобы не расставались. В этот же день две многодетные мамы Татьяна Чернецкая и Оксана Гришанова получили медали «Материнская доблесть». На церемонию награждения они пришли целыми семьями. Оксана Валерьевна Гришанова – счастливая мама 5 детей. По ее словам, главные ее помощники – это муж и старший сын. Во всем поддержат и помогут. Сегодня я получаю медаль «Материнская доблесть» от Свердловской области. У меня 5 детей, 2 сына, 3 дочери. Всем желаю здоровья и любви. Знак отличия – это почетное звание, признание труда мамы и всех членов ее семьи. Благодарность всем тем, кто принимает участие и помогает нам организовать это мероприятие. Всем тем, кого мы наградили, я желаю еще долгих, счастливых лет совместной жизни. Желаю благополучия им и их детям, и пусть в их жизни все будет хорошо. Весь вечер перед виновниками торжества с творческими номерами выступала певица Любовь Оберюхтина. Она дарила им хорошее настроение и, конечно, душевные песни. Наталья Вишнева, Алексей Карипанов, новости 11 канала.